Ну, ты, как я уже сказал, здесь есть маленькая станция или подстанция, которая хватает для своих нужд. Ну, также пользуется генератор. Он даже есть ветряки. Вон один ветряк, который не работает. Похоже, что сейчас ветер небольшой. А вот флюгер он крутит. Ну, можно сказать, ему хватает. Там что-то тоже есть. Может, обувь. На флюгера работать, вот бы еще бы с них как-то можно было бы сделать, чтобы вырабатывали электроэнергию. Хотя бы на один дом, на пару лампочек, может быть, и хватало. А, ну да, и вот, кстати, и солнечные батареи, которые, наверное, днем заряжаются, и на какое-то время хватает электроэнергии. Тоже какой-то исследовательский институт, мини-исследовательский институт, можно сказать. Ну, больше таблички нигде ничего не видно, что именно за здание. Какие-то напитки, наверное, варю. Деревня небольшая, что вы сами видите.